Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Максима с ником Абичба. Абич, не знаю как, который находится в гильдии Темные Рыцари. Босс 20.00 и 21.30, факела, раньше 20.45 не воруем. Бага 1500 плюс. Кидайте заявочки, вступайте, гильдия активная. Прием от 50 до 150, думаю, нормально будет. Кидайте заявочки и вступайте. Так, ну что, ему нужна Фрея. Фрея, аккаунт, ничего себе. Карта Архидемона вообще зажраться. Я тут ролю тысячами самоцветов, а тут карта. Так, что ему надо? Аккаунт донатный. Минотавр тоже есть. Так, надо докачать. Отлично, качать. Талантик, супер, супер. Нормально, нормально, нормально. Отлично, супер. Качать. Офигенно. Просто топчик. Че не открыл замок? Вот тебе ожива пятая. Так, Анубиса надо докачать. Супер. Талант надо сменить. Лучше бы шапки бог войны я не там и качал. Так, ладно, смотрим дальше. Так, дальше походу треш. Ну, надо качать. Супер, супер, супер. Менять. Ну, тут уже допы отлично. Ворожей. В общем, здесь не хватает Фрея. Все остальное здесь присутствует. Не знаю, чего не открывает вторые замочки. Вот так вот. Такой вот аккаунтик. Что у него пройдено по подземках. Тоже шестые не фармил. Да, ничего себе. Странно. Ну, в принципе, что странно. Так. Сейчас попробуем. Так, тут понятно все. По волнам. Все, алтарь посмотрели. Все посмотрели. Ну что, побежали рульнем. Нужна Фрея. 450. Ну, что-то сегодня как-то, не знаю... Жизнь боль. Легенды. Ну, вроде имба, но она у него есть. Кенди. Рыцарь. Райдет. Ну, вроде неплохо. Сука, да, блядь. Охуеть. Я аж, блядь, чуть не кончил, ребята. Это пиздец. Вот это называется пиздец. Когда человеку надо, и ты делаешь ему на аккаунте пиздец. Даже без доната делаешь просто пиздец. Вот так вот поздравляем пацана. Он там, наверное, будет, блядь, орать. Так, ну все, он попросил, выбиваешь Фрею, и все, нахер эти роллинги, ты читер, я знаю, что я читер, побежали открывать Фрею. Вот это заебок, использовать, окей, идем открывать, у него есть карты таланта. Да, 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 да. Вот это кайф. Вот это я поспал, называется. Проснулся с новыми мечтами. Так, отлично, где-то. Вот и поехали поменять. Ну что? Давай, давай, родная. Надо что-то, блядь. Почему мы рулим на Фрей, блядь? Где стрелок? Где стрелок твой? Не понял. Че, стрелка нету, что ли? С
столько героев, блядь. Да ладно, охренеть. Странно. Ну ладно, ну и похуй. Главное, Фрея есть. Сучка. Гнев. Гнев. Вот давайте ее поставим на первое время нормально. Ну дай что-то, блядь. Сука, не хочет. Огненная защита. Отлично. Так, смотрим, что тут у него по героям. Так. Разброс. Так, Дрейк первый на огненку. А где Хрон? А, Хрон, тьфу ты, Хрон уже с этим. Так. Так. Бигфут. Ну, ворожай вариант. Ворожай пока временно. Повелителя бури даже, я не знаю, я бы собирал. Лучше на ворожая поставить. На каменку там тоже у него есть куча претендентов. Так. Сейчас, секунду, ребят. One moment, please. Блин, ну не знаю, что делать. Пока так. Рулит таланты, блин, и стрелок нужно, и Афина ему еще надо. Но Фрей уже вытащили. Фрей есть. Давайте лучше на 9к талантики порулим. У него тут с талантиками реально пиздец полный. Я бы так это назвал. Поэтому я бы лучше, наверное, талантики порулил. Потому что мы там особо сейчас чего-то не выбьем мега имбового. Уже выбили Фрея. А вот с талантиками реально засада. Хотелось бы что-то интересное. Правда, блядь, не на ком бить. Так, 3 с 5. Кого он тут будет качать? Ях. Да тройки, в принципе, это. Ставим сюда. Так. Где, блин, топовые? Договор, херня. Блин, да и таланты что-то хреново падают. Сучки. Так, оставляем 2к. Идем лучше подземку ему пройдем. Говорю, оставляем 2к, уже полтора. Так. Так. Что там у него не пройдено? Берем героев. Ту-ту-ту-ту-ту. Варгул супер. Черепа. Вместо черепа ставим минусика. Артефакты, руны. Так, не понял. Корочка есть. О, как. Там, может, на ком-то другом стоит. А, все, на Арис снять. Так, места не хватает. Делаем так, снять. Ставить. Так. Ставим пятерочку. Странно, очень странно, что он еще до сих пор не прошел. С Минотавром причем.
Окей, есть. Поставим слона. Так, тыква. Тыква. Заменить ангела. Тут вообще жизнь боль. 10, 10, 8, 8. Можно же это. Делайте эмблемы, преобразуйте руны сразу. Не бойтесь, ребята. Это никто, ничего никуда не пропадет. Ставить. Есть. Отлично. Вставили. Так. Смотрим героев. Хранитель оставляем таким, пока ничего не меняем. Так, тыква такая. Хорошо. Отлично. Дед, 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 дед. Вместо деда возьмем черепа. Черепа. Вот так вот сделаем. Так, черепа взяли. Купидон есть. Да, вроде и все. Кто нам еще нужен? Вроде все, не будем заморачиваться особо. Думаю, мы сейчас затащим. Правда, 9. Минотавр, хотя для 6-й подземки с головой должно хватать этого. Так. Так, 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 магия. Магия, отлично все. Клавиши. Так, все, поехали. Раз, два, три. А, блин, без Анубиса реально сложно. Минотавр, бей! Да ладно, сука, посливались. На ком посливались? Почти. Окей, еще заходик. Пополнить. Так, ладно, сейчас попробуем сделать по-другому все. Сейчас на тыковке просто наберем разгон. Посмотрите, насколько тыковка с исцелением может затащить. А может и не затащить. Так, Купидон есть, хранитель есть. Поехали. Странно, странно, очень странно, что Минотавр рылит иногда. Если сейчас опять зарылить, можно будет попробовать наоборот поставить. Снять с минуса. Так, раз, два, начиная с тыковки. Нормально она выжила. Ну тут вроде получше все идет. 42, 47, 48, 50, 76. И мы просто шатаем эту подземку. Просто шатаем, правда, тыковка у нас слилась. И у нас сейчас будет жизнь боли, ребята. Сейчас мы просто не наберем 100%, ну и похрен. Не будет соточки, зато... Да, сейчас нас там сверь как чпокнет всех вместе. Хотя, в принципе, не должна там... Охренительно, черепок с разбросом сделал свое. Но тут еще надо, конечно, чпокнуть разок. Ух ты, смерть включилась. Так, минус один. Отлично. Сука. Вот так вот. Вот то, о чем я говорил. Ну и похрен. Так, ну что. 5-10. Но тут, конечно, могут быть вопросы по поводу 5-10. С таким черепом танковать мы не особо сможем, но попробуем. Так, есть. Раз, два, три. Заморозили. Так, ару сняли. Минотавр, бей, блядь, бей, нахуй. Сука, бей, я сказал тебе.
Так, отлично, отлично, отлично. Тыковка не слили. Блять, минотавра слили. Да что ж такое-то, а? И минотавра, и тыкву слили. Сволочи, сволочи просто. Все, всех посливали. 84%. А хороший был заходик. Действительно хороший. Ну вот вам тыковка, исцеление, насколько оно быстро разгоняет все. Я думаю, если он состав не поменяет, он... Я просто не хочу сейчас растягивать видос. Однозначно он пройдет с такими героями, блядь, да и не пройти. Ну, Фрея есть. Стрелка как-то странно, стрелка у него нету, но есть Фрея. Это уже тешит, потому что Фрея сейчас нужна везде, блядь. Куда бы вы ни пошли, вам нужна эта тетушка. Так, ну тут пиздец, походу. Да, тут походу пиздец. Так, хорошо. Хорошо. Ворожея, конечно, надо качать уже ему на этом аккаунте. Попробуем еще. Так, раз, два. Давайте стыковки попробуем ради интереса. Правда, знаю, что сейчас сольемся, но... А вдруг нет? Ой, отлично. Выживи, блядь. Выживите, выживите, убейте их. Да, блядь. Да ёбаный Дрейк. Чтоб тебя, блядь. Так хорошо зашли вроде. Так, Гаргул, череп. Блядь. И Атлант еще. Ну, шансы есть однозначно. Пробуем дальше, не останавливаемся. Надо это сделать. Отличный вечер, отличный роллинг. Хоть и маленький роллинг, зато сразу надо это на... Так, не будем юнитов брать. Попробуем пока так. Поехали. Пробуем обратно стыковки. Так, ну вроде разгон есть, Атлант. Да, разгон есть, блядь. Слили нахрен. Так, окей. Вроде все, поехали еще с черепа опять начнем. Ну блин, вроде неплохо. Видите, чуть-чуть не хватает одержимого бы хорошего. Может было бы как-то все по-другому. Так, заморозку включили, череп на черепе. Отлично, еще разок. Блин, вот Минотавру сейчас бы еще разок один ударить просто и все. Отлично, 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 отлично. Супер просто. И сейчас мы сольемся, блядь. Просто, блядь, жесть. Так, остался один дракон и смерть. Бля, 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 ну чё ты, череп? Ну череп, блядь, ну давай, давай, да. Сука, не дай, не дай, не дай. Блядь. Ебаный в рот. Сука, еще и песня такая играет, надо быть ангелом. Треш прохождения подземок.
Ух, ёб твою мать. Вот он. 100%. Вот так вот, ребята. Поздравляю. Желаю всего-всего выбить еще стрелка. И Афину. Фраю выбили. Подземки прошли. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Кидайте заявочки на роллинги, рейлинги. Всем пока.